вратаря в ворота мяч летает. Очень здорово разыграли классическую комбинацию. Один пас, один удар. И один отличный гол. 1-0. Сейчас будет веселье. Вот это удар. Опасно. Гол. И надо не смотреть на табло, а немедленно мчаться вперед, забивать еще один мяч, потому что можно еще спасти игру. Забивать надо! Бейл! Как обидно! От вратаря рикошетом в сетку. И посмотрите, какой мяч мы с вами видим. Запомните его, сохраните в памяти, потому что в следующий раз, мне кажется, здесь или где-то еще мы подобное увидим не скоро. Ударище просто! Теперь у них преимущество в один мяч. Точный получился удар, бил на исполнение низом, без шансов для вратаря. Все, буквально все контролировал этот парень. Пас в штрафную. Бензема. Мяч попадает в защитника и в ворота. 3-1 счет. Результативный получается матч. Ну так нельзя играть в обороне. Удар. И это гол! Какова вероятность попасть с такого расстояния в штангу? Родригес. Опасно! Гол! Мяч в сетке! Счет 3-2. Смотрим дальше. Да он просто гений! Опасно!